Видите, они все прозрачные, бесцветные. Вот они какие, видите? Да. Теперь я буду делать интересный эксперимент. Вот так вот. Кручу, верчу, загадать цвет радуги хочу. Какой цвет загадываем? Красный. А если другой будет? Ну, кто какой цвет загадывает? Синий. Так, желтый еще кто какой? Зеленый. Синий. Так, как думаете, кто победит? Так, беру другую, кручу, верчу, получить цвет радуги хочу. Желтый получился, видите, смотрите. Красивый желтый цвет. Так, мы желтый получили, видите? Так, хорошо. Есть, один цвет получили, нам еще надо сколько? 6 штук. Так, смотрите. Дальше беру другую бутылочку. Точно так же, но нам нужен другой уже цвет, еще одну бутылочку. Так, загадываем цвет, кручу, верчу. Кручу, верчу, загадать цвет радуги хочу. Кручу, верчу, какой цвет? Синий. Загадать цвет радуги хочу, кто победил, смотрим. Красный. Так, фиолетовый потом еще получим. Красный есть цвет. Дальше я хочу получить синий цвет. Но чтобы получить синий цвет, мне сначала нужен голубой. Смотрите, что я буду делать. Я возьму теперь специальный порошок, высыпаю в нашу бутылочку сначала голубой цвет, а потом мы его будем значительно усиливать, этот голубой цвет, до синего.